На этой неделе, мне кажется, знаковым событием был приезд министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова. Мы обсудили ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, отметили вопросы, которые требуют совместного действия, ну и, конечно же, выработали новые планы, которые очень важны для развития республики. Прежде всего, это новые проекты, которые удовлетворяют потребности новых производств, новых направлений. А для Чувашии это, конечно же, новые доходы, новые рабочие места. В частности, кремний, органические продукты, которые нужны всем предприятиям, которые занимаются микроэлектроникой. Следующее событие, на мой взгляд, тоже очень важное. Это стратегическая сессия работников, которые занимаются продвижением той или иной отрасли или того или иного предприятия. И это мероприятие проходило в день пиар-специалиста, который в Российской Федерации неофициально отмечается уже 18 лет. На этой стратегической сессии люди, которые работают постоянно с информацией, обсудили возможности и направления развития Чувашской Республики, ну и, конечно же, конкретные действия, в том числе совместного характера, для того, чтобы реализовать эти планы. Много говорили о развитии предпринимательства, и здесь надо отметить, что на заседании Кабинета министров приняли решение о выделении грантов тем предприятиям, которых мы относим к социальному предпринимательству. Их на сегодняшний день в Чувашской Республике 28 предприятий. На эти цели в бюджете Чувашской Республики предусмотрено 3,7 миллиона рублей. И предприятия, которые занимаются предпринимательством социального направления, смогут реализовать очень важные и нужные проекты, которые нужны людям, живущим на территории республики. Говорили и о перспективных направлениях, в частности, на заседании Высшего экономического совета в ходе обсуждения отметили, что в рамках анализа действующих форм поддержки и льгот предпринимательской деятельности необходимо выработать новые. Я синициировал новый вид поддержки предпринимателей по аналогии соглашения о защите и поощрении капиталовложения, которые реализовываются сегодня правительством Российской Федерации, для тех проектов, которые будут ключевыми для отдельных отраслей, либо для отдельных территорий. И когда мы говорим для отдельных территорий, конечно же, мы имеем в том числе инвестиционные проекты, которые имеют значение сразу для нескольких муниципалитетов. Следующий момент, который хотелось бы отметить в качестве события этой недели, это совместное заседание с членами Общественной палаты, с политическими партиями, которые в этом году будут участвовать в выборах депутатов как Государственной Думы, так и Государственного Совета Чувашской Республики. Подробно обсудили варианты наблюдения в ходе избирательного процесса, а самое главное, задали друг другу волнующие вопросы и искали, и, на мой взгляд, нашли ответы, как нам надо совместно поработать с тем, чтобы выборы состоялись и чтобы они были открытыми, конкурентными, а самое главное, чтобы мы все в ходе этой избирательной кампании нащупали новые подходы к реализации важнейших задач, которые стоят перед республикой.